Положительные изменения на пропускном пункте Акчжол видны невооруженным взглядом. Увеличилось количество кабинок для регистрации граждан, сократилась пересменка с 45 до 2 минут, установлены разделительные плиты для наведения порядка. Однако это нововведение создало неудобства для граждан. Теперь от маршрутки до пункта пропуска людям приходится идти расстояние около 1 километра. Ну, для меня лично не составляет труда пройти 1 километр. Однако есть ведь пожилые люди, которым тяжело идти, женщины с детьми или беременные. Кроме того, много инвалидов, которые, безусловно, пройдут этот путь, но для них это составит неудобство. Думаю, государство должно решить этот вопрос. В свою очередь, сотрудники пограничной службы говорят, что подобное решение было принято правительством специально для того, чтобы навести порядок возле поста. Раньше таксисты довозили пассажиров до пункта и вместо того, чтобы, развернувшись, отъехать, оставляли машины прямо на дороге, что создавало пробки и беспорядок. Также постоянные здесь конфликтные ситуации между таксистами, между пассажирами, которые приводили к обращению к правоохранительным органам. И это наносило очень большой урон имиджу Кыргызской Республики перед иностранными гражданами. Ознакомившись с ситуацией на месте, депутаты выслушали предложение акима по решению проблемы, а также местных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Некоторые даже подготовили свой план модернизации пункта с учетом остановок для такси и маршруток и готовы инвестировать в строительство. Выслушав каждого, депутаты поручили правительству найти средства на разработку генерального плана усовершенствования пункта с учетом всех предложений в соответствии с необходимыми нормами закона. Большой упор делаем и на туризм, развитие туризма в Кыргызстане. Но вход, если у нас вот в первое впечатление, проходя вот эту вот границу, человек, гость, допустим, уже получает стресс, это не есть хорошо. Если местная власть, правительство создадут инвестиционные условия, подведут коммуникации к территории, обозначат территорию, придадут специальный статус, переведут в соответствующую категорию, то с большим удовольствием бизнес будет здесь участвовать своими средствами. Нужно только создать инвестиционные условия. Кроме этого, депутат Сайдулимджон Джураев отметил, что проблему необходимо решать системно, учитывая практику развитых государств. Однако откладывать этот вопрос не стоит, так как контрольно-пропускной пункт создает первое впечатление о стране, а у нас туристический сезон на носу.